Тенгрианство – это… В человеке есть два помысла – хороший и плохой. Силу, уравнивающую хорошее и плохое, называют тенгир. Это если в двух словах объяснять. Где эта сила сосредоточена? Как она появляется и проявляется? Это все вопросы внутреннего мира. Гармония вашего внутреннего мира и ваших мыслей – это и есть сила тенгри. Я это понимаю так. Когда забиваем барана, мы не говорим о тенгри, мы говорим «Аллах Акбар», благодарим Бога и отдаем душу животного Богу. Аллах создает и забирает, Он тенгир. Отец и мать, они оба создатели. К примеру, природа сама по себе создатель, творец. И сегодня мы так плохо относимся к природе, не уважаем ее. Наши предки говорили «Поклоняйтесь Богу, добровольно». Хаджа Ахмед Ясави в X веке посетил исламские страны. Тогда центрами религии и культуры были Сирия и Ирак, Самарканд и Бухара. Он изучил и доказал, что ислам и кыргызское мировоззрение имеют одни корни посредством суфизма, и что они не противоречат друг другу. Он объединил эти две вещи, после чего наши прародители сказали, что только намаз мы должны читать на арабском, а все остальное, собственные традиции, сохранить. Мы говорим, никто на нас не обращает внимания. Мы обращаемся к государству. У нас нет никакого отношения к религиям. Если государство светское, и оно регистрирует все остальные религии, то даже если мы не религия, мы хотим, чтобы нас зарегистрировали ради защиты наших идей. Пусть будет равноправие. Лично я считаю, что принятие и распространение тенгрианства будет считаться опасным. Кыргызстанцы могут разделиться на мусульман и тенгрианцев. Дело может даже дойти до конфликта. Тенгрианство повлияло на миропонимание. Китайские мыслители видели жизнь кочевников, отношения друг к другу. На основании элементов тенгрианства и шаманизма в Китае сформировался даосизм, как научное и философское мировоззрение, но позже учение превратилось в религию. В буддизме тоже есть какие-то вещи. В то же время на кочевников влияли другие внешние религиозные формы. Например, особенным было влияние буддизма, которое оказало свое влияние на монгольские, калмыцкие и центральноазиатские народы. В частности, на ламаизм, распространенный на Тибете. Некоторые части учений ламаизма вошли в тенгрианство. Поэтому, как мировоззрение, тенгрианство сформировалось из нескольких религий.